Сегодня будем распаковывать камеру GoPro 12. Я заказал ее на официальном сайте. Цена у нее $500 США. Вот такая вот здоровая упаковка. GoPro 12 Black Creator Edition. Также я заказал большую упаковку со всякими... Ух, какой звук. Со всякими штучками дополнительно. Крепление на голову и куда-то еще, на машину. В общем, будем распаковывать. Я еще не распаковывал. В комплекте шла вот такая вот флеш-карта. На 64 гигабайта. На 64 гигабайта, маленькая. Ну, для начала, думаю, пойдет. Теперь будем снимать профессиональные видео для YouTube. Открываем коробочку. Все новье. Убираем в сторонку. Вот такая вот чехольчик. Очень удобный. Пока, для начала. Раскрываем, раскрываем. Оп. Всякие здесь наборы. Убираем их. Информации, инструкции, подписки. Подписывайтесь, говорит. Убираем это все в сторонку. Как обычно, я думаю, нам это не понравится, не понадобится. Здесь инструкция, как открывать флешку. Наклейки вот такие от GoPro. Здесь инструкция есть на английском, на русском, на украинском языках. На китайском, кому понадобится. Продолжаем. Прям классная штука. Не знаю еще, для чего все это. Вот так вот делаем. Вот это. О, это свет. В наборе идет маленький вот такой. Где-то он крепится. Дальше. Это, по-моему, батарейка. Да, это батарейка тоже очень малепусенькая. GoPro оригинальная. Так. Здесь сама ручка, в которой, по-моему, используется она как тренога. Да, ее можно вот так ставить. Два всего лишь, две позиции здесь. Это не меняется. Также здесь дополнительная зарядка, чтобы снимать как фильмы. Дальше. Для самого GoPro чехольчик со всякими здесь штучками включения, выключения. Вот, даже микрофон здесь, по-моему, защищенный специально есть. И, конечно же, сама камера GoPro. Стоит, конечно, колоссальных денег. По-моему, даже $599 это стоит. Совсем не дешево. Совсем не дешево. Это убираем в сторонку. Написано, your camera must be updated before you can use. В общем, нужно эту камеру обновить до того, как будешь использовать. Она полностью упакованная. Теперь буду на нее снимать, конечно, профессиональные видео. Убираем все это в стороночку. Красота! Я очень хотел такую камеру. Ну, наверное, пришло время покупать такие устройства и пользоваться ими. Потому что они, конечно, упрощают всю работу с видео. Я думаю, мне не придется, конечно, ее сдавать обратно. В Америке есть большой плюс, ты можешь попользоваться техникой, а потом без проблем ее сдать. Поэтому каждый может этим воспользоваться. Такая металлическая, надо читать, наверное, инструкцию. Батарейка, я думаю, не заряжена полностью. Устанавливаем батареечку. Таким вот способом. Хоп, внутрь. Оп, закрываем. Камера тут замерцала, по-моему. Теперь нужно ее в такой чехол поставить. Куча, короче, всех нюансов. Куча нюансов, которыми всегда приходится учиться. Вот сюда оно вставляется. Специально здесь есть разъем внутри под зарядку. Получается, здесь мы его тоже должны найти. Открыть как-нибудь. Хотя здесь я его не вижу. Разъема под зарядку. Говорят, кстати, что эта камера
Очень-очень водоустойчивая. Короче, нужно изучать. Не просто так халам-балам. Засунул, высунул. Здесь и свет подключится. Инструкция все-таки понадобится. Ладно, пока не будем ее запускать, давайте смотреть дальше, что идет в комплекте. В комплекте. На боковинку вот такое устройство. Короче, на бока различные крепления, которые дополнительно будешь одевать. Свет, микрофон. Здесь крепления. Болты какие-то. Не знаю, зачем они нужны, будем все разбираться. Затем идет зарядное устройство. Разъем Type-C. Ну, любая зарядка от Samsung подойдет. Две штуки. Также идет вот такое какое-то интересное крепление. Еще одно крепление. Короче, куча креплений. И самое главное здесь штучка, закрывающая микрофон. И все. Здесь больше ничего нету. Нет, здесь что-то есть еще. Или ничего нету. Ничего нету. Все, здесь все закончилось. Да, это все, кстати, надо, можно использовать, ломать не нужно, потом упаковывать обратно. И флеш-карта на 64 гигабайта. Наверное, маленькая. Со временем придется купить более большую. Ну так, ребята, вот такой маленький обзорчик. Как снимает, буду снимать следующее видео и рассказывать.